Здравствуйте! Вы на канале Волкодава 05. В прошлый раз я вам выложил зеленого щенка. Вот посмотрите на него. Начал светлеть, конечно, но еще не окончательно. Вот он. Зеленый оттенок остался еще. Но я думаю, что скоро это уже пройдет. Сравнивайте, вот зеленоватый оттенок, вот чисто белый. Кобелек он зеленый. Один из подписчиков моих сегодня мне прислал в Инстаграм ссылку, что это на самом деле очень-очень даже редкое явление. Что типа в мире официально зарегистрированных вот так рождаемых щенков было 4, а в моем случае это 5-й щенок. Ну, это, скорее всего, не так. Не всех щенков мы знаем. И ученые, наверное, не обо всех щенках знают, которые рождаются. Но внутри организма происходят очень интересные процессы, когда рождаются вот такого типа зеленые щенки. Плацента тут ни при чем. Объясняется чуть-чуть по-другому, научно. Вот ёлка. Пошла, услышала лай. И вот посмотрите на этих прекрасных маленьких щеночков. Напомню, друзья, 4 кобеля, все остальные суки. Вот посмотрите, зеленый как отличается сразу по цвету. Практически у всех кобелей 5 пальцев. У некоторых даже 6. Ёлка их хорошо кормит. Все сытые и абсолютно здоровые. Друзья, вы смотрите канал Волкодава 05. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь этим видео. Всем добра!